Интересно, а как проходит прощенное воскресенье в налоговой? Не надейтесь, у них выходной. Мужик приходит в цирк и говорит: у меня уникальный номер. Собака играет на скрипке Паганини. Директор цирка говорит: да вы что, с ума сошли? Кто же приходит в цирк слушать Паганини? Доктор, у меня сильно болят ухи. Не ухи, а уши. Вот-вот, особенно правое ушо. Сержант спрашивает у новобранца: а кем вы работали на гражданке? Тот говорит: налоговым инспектором. Сержант говорит: а вы будете тогда кричать по утрам, подъем. А новобранец говорит: а почему я? Сержант говорит: ну, вы привыкли к ненависти. Олимптика. Мечусь по офису. Не помню, выключила ли утюг дома. Лайфхак. Я перед уходом фоткаю все розетки, а также газовые и водяные вентили. Когда начинается паника, смотрю в телефоне и успокаиваюсь. Если к любому школьнику на улице подойти и сказать: я же говорил, что вычислю тебе по IP-адресу, он убежит. Как ваше состояние? Благодаря вам, доктор, мое состояние значительно уменьшилось. Технология изготовления транзисторов, чипов достигла рекордных 10 нанометров. Если так пойдет дальше, они добьются результаты нашей Сары Абрамовны, которая добилась успехов при резании копченой колбасы для гостей. Олимптика! Ты чего сегодня такой вялый? Спал плохо. Знали бы вы, как моя жена храпит. Мы-то знаем. Непонятно только, кто тебе-то пропутался. Разговаривают две участницы кардебалета. Вот она говорит: а что случилось с нашей примой? Она получила 9 букетов и все равно недовольна. Другая говорит: а она платила за 10. Ну и что ты особенно нашел в его голосе? Голос как голос, никакой не проникновенный. Это он у тебя еще никогда денег взаймы не просил. Надпись под знаком «Обгон запрещен». Уважаемые дамы, данный знак распространяется не только для машин черного и красного цвета. Подписываемся, кликаем на колокольчик.